забрал. Да, бутылку я в него бутылку. Да я не могу вставать. Серега, я его бью молотком. Игей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега, енот, пацанчики, поздоровайтесь. Да, всем приветчики, омлечки. Играем крутецкую игру «Кто твой папочка?». Мы с Серегой будем детьми, а енот будем батей. А енот будет батей. Если хотите кушать, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Дим, да. Поехали? О, так ты можешь на нашей машинке кататься? Да. Да нет, так это наша же машина. Пошел вон от нашей машины, енот. А я поехал. А я уже не помню, как камеру менять. Помню, мы как-то меняли вроде на бы. На Т. А, на Т, точно. Только у меня не меняется, потому что я не за рулем. Дима, ты смотри, какой гонщик он, а? Да ты, блин, это, нечестно, ты на нашей машине ездишь. А он уже на нашей? Что ж такое? Он на нашей, а давай его... А давай на его машине прокатимся. Я выйти не могу, что ж такое? Ты где? Енот, я затем... О, все, вышел. Так, пошли, чтобы посмотрим, что еще в гараже есть. Это сарай. В сарае там газонокосилка есть большая. Мы можем ее, этот, сами себя убить? Не знаю, я на ней катался, когда был батей в своем прошлом ролике. Так, подождите, у меня эта дыхалка забивается, нифига не вижу. Нет. А во, вижу. Я поехал. Поехали, нифига себе, вы психи. Еще больше ничего нету в сарае у нас, в гаражике. А как попасть в бассейн? Бассейн? Да, как-то же можно. Ага. Может, я должен перегородку открыть? Так, ребята, сейчас мы залезем по-любому в бассейн. И утонем. И мы с Серегой выиграем. А вот мой, а здесь вот вход же, не? Да я знаю, у меня дыхалка быстро забивается, не могу долго бегать. О, Серега, я в бассейн. О. Офигеть. Здесь... И что, я утону сразу или нет? Нет, я же можешь вылезти. А я могу спустить вроде воду. Я могу круг взять? О, я круг взял, смотри. А, я его съел, что ли? Ой. Так. О, так что подо мной круги, что ли? Которые я взял. Ну да. Это странно, если я вижу шею, так... Ну нормально, плаваем, а ты, ребята. Ты в двух кругах, а нет, один круг у тебя в руке. А, они кончаются. Очень странно плавание происходит в этой игре. Серьезно, ну хату топишь. А как эти круги теперь выкинуть? Ага, вижу. Не знаю, там может выйти можно. Я делал, получается у меня один круг на мне. Дима, я хату затопил. Да? Какой за... Куда? Затопил? А да. Ты видишь, Дим, вода поднимается вверх? О, я вижу! Ребята, я ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Нифига себе, он поплыл. А чё вода не выходит из... Получается, из двери? А ты подойди к воде, типа, ты покупаешься. Я не могу круг скинуть, представляете? Он мне просто мешает, я не знаю, как его скинуть. Еще три штуки одел, молодец. Сейчас кончится. А, во, я вижу. Ого, мы там вахханалию устроили. Это я затопил хату. Молодец, Серега, поломал все здесь. Ну, все, я такой, все, что я беру в руки, превращается в говно. Я так прикольно хожу. Говно превращается. Подтверждение. Иди до енота. О, а второй этаж. Ого, я запрыгнул. Но второй этаж открыт. А что на втором этаже есть? Все закрыто пока что. Но у нас есть второй этаж. Да ну, вы что, перекрыли воду? Да, енот перекрыл воду, и не могу теперь открыть. Смотри, идея, Серега! Ты где? Только не снимай меня, не снимай, я буду... Ребята, где вы еще такое увидите? Прикольно, малой катается на люстре, это законно? Да. Ух ты! Написано на микроволновке РИП. Микроволновка умерла. Ну, а как ты воду перекрыл? Открывай воду, но. Я открыл и закрыл. А, все, наверное, один раз можно такая. О, посудомойка. Давайте полазим, что у нас тут еще есть? Я ела.
Вот тут шкафчик ДБ. О, банан. Все. Бананчик мы скушаем. О, что это со мной? Ой. Нифига себе банан по отношению ко мне, какой большой. А вот сейчас будет опять потоп. Я еноты горчицей обливаю. О, давай, давай, давай. Да что ж я тут скольжу. Ой, третьего лица можно сразу сделать и играть. Кстати, прикольно. О, я горчицу съел. Потом будет опять. Да, потоп. Ой-ой-ой-ой, поплыли, поплыли. Ого, сюда достало. Ого, смотрите, что творится. Все плавает под водой. Я в комнате, я, Дима, в комнате закрытой бати. Там компьютер у него, прикинь. А как туда попал? Благодаря багу какому-то, я пролез через... А помнишь, как я упал в подвал? Да. А я вижу, где ты, Серега, я понял, где ты. Я в батином... В батиной комнате. О, я посинел, тут, что ли? Тут компьютер, и на компьютере знаешь, что написано? Наши никнеймы Димас, Робби, Кинвот. Серега, я проиграл, я утонул. Нет, наоборот, ты выиграл. Я выиграл? Да. Из-за того, что этот он умер? Ничего не понял, что происходит. Надо тебе задохнуться или умереть как-нибудь. Но я имею в виду, что я проиграл в том, что я... Просто умер в игре самой, а так-то да. А чё ты чудишь, Тино? Чё ты сольтухи крутишь? Я пытаюсь вырубить воду. Да? Да, оно тут крутится, вертится у меня. А ты что тут такое будет творится в Ахханале? Ты бы видел. Дима, ты видел, что сейчас? Посмотри, что со мной творится, ты видишь? Ну, тебя колбасит, ты вверх ногами это крутишь, ногами крутишься. О, я ожил. О, я могу. А что, я тоже на втором этаже была. Ой. Сережка. Сережа, смотри, стена. Вся квартира плавает, два этажа. Стол вверх ногами. Где я? Не. Сейчас. О, подвал тут. Да? Ёперный театр, Дима, ты видишь? Так вы затопили этот, всю карту затопили, вы нифига себе, вы мочите. Не, чисто дом затопили. Да? Смотри, я сейчас через окно вылезу. А, хотя не из дома. Не, не получится, Серега. Ну мы выиграли. Вы выиграли, да? Да, отлично, отлично. Получается, мы утонули, а так могли бы дольше намного играть. Да. Да. Поехали еще раз, дубль 2. Что можем еще сделать? Спалить, да, можем? Затопить, а что еще можно? Пожар устроить. Ну пожар мы-то поделали уже. Он был в блендере. Не, это я был в блендере. Дима не был в блендере. Хочешь в блендере? Не-не-не, я лучше вам приставку съем. Не, не получится. Уже. А в духовку ты залазил, Дима? Да. Ой, я сейчас енота долбану. Куда? Ох ты ж. Так, Серега, а ты где? Я енота сковородкой долбанул по ноге. Да? Да. А у меня есть молоток в руках, я могу молотком его побить. На тебе. Мочи его, Дима. Я его что, избил молотком? Да. Опять убили. Да что ж такое? Я постоянно вставайте. Да ладно, это что, реально мы опять... А, не, он живой. Мне постоянно... У меня вылезает мини-игра, мне надо нажимать на пробел вовремя. А, вот так, значит. Вей его, вей! Я его горчи... Он забрал молоток... А, не, молоток не забрал. О, бутылка, я в него буду... Да я не могу вставать. Серега, я его бью молотком. Я забрал твой молоток. Да блин, ты голимый. Я пойду его утоплю. Ну и так тоже сойдет. Хаваем, что-то съедаем. Жрать. Да я яйца, давай буду яйца есть. О, если я съем фрукту, я выживу. Ну, полечусь, да, получается? На тебе в морду. Да ты. А что ты ему делаешь? Я в него тостером кинул, Дима. А как кидать? Какой кнопкой? Правой кнопкой. О, Серега, спасибо. Где ты, смертный? Ах ты, блин, полечил меня. Хе-хе, лысик такой прикольный. Телевизорик. Да ты. Че, он упал? Меня уронило. Я в него кетчуп, это, контейнер для кетчупа кинул. На тебе. Че с дверью? Подожди.
А правой кнопкой это... Как ты взял и перевёшь этот предмет? Стой, на Е просто? Е просто беру любой предмет. А, у меня все съедается просто сразу. Ты видишь, от предмета какой, да? Ты должен побольше предмет взять. О! Молоток тоже там, или бутылку. Офигеть! Стоп, я что, сковородку схавал? Понимаю. Серега, смотри, где я. Угадай, я его бочкой бью, смотри. Ты внутри, что ли? Да. Меня кто-то кидал в прошлой серии вещи, вот и я решил отомстить. А я его буду бить сейчас. Я кидал под столом. Ребята, это угар, я такой нравлю. Блин, да что я не знал раньше, не знал, что можно бить батю. Ах ты, блин, взял меня все-таки. А ты меня... Вот у меня жопа торчит все это. О, ты что ты делаешь? Пойду тебя топить. Да не надо, я же... Ах ты, тварь. Давай, теперь попробую вылезти. Покатился. А как ты дальше вылезешь? Ага. Я проиграл. Ой, я могу ты рисовать меня... Дима. Он меня утопил. Подожди, что я выиграл. Ну что, иди третья сюда. Катка. Сейчас мы должны по красоте все сделать. Так, Серега, что еще можно? Какие можно еще шкоды поделать? Там порисовать обои, да? Что еще можно тут поломать ему? Вот. Молоток, Серега, молоток. Не, смотри, не что у меня есть. Смотри. А вот тут, посмотри, вот это... Розетку. Да блин. Я в тебя это засунул, я в тебя съелся. Он, ты съел вилку, Дима? Я в него вилку засунул. А ты что, офигел? Ты мне вилку засунул? И вылетел потом. Ой, я пердю. Ты срёшь. Ого, все в дерьме, это я? Да. Ого! Ой. Это, ребята, цирк, я такого вообще не видел. Не знаю, что так можно. Так, так, так. Берем вилку. Какая вилка? Да, ты съел вилку. Да, я хотел тебя поштрикать. А, не, вот она. Это будет у меня. Так, подожди, подожди, что еще тут можно? Так, шкафчики мы открыли. Здесь мы были. Давайте на второй этаж посмотрим, что еще. А что там есть? Вообще зря. Я могу как вилку швырять. Я могу в тебя вилку швырнуть. Да не надо во мне швырять вилки. Слышите, что за батя с ребенка вилки кидает? Дартс. Какой дартс? У него горит, горит хата! Куда горишь? И ты меня еще поджигаешь. Я пожар устроил. Так быстро опять умерли? Да что ж такое, Серега, что ты творишь? Я пожар устрою, смотри. Да блин, да что такое? А ты как сдох? Так я сгорел. Я тут, Ты всех сжег. Да ты всех сжег. Серега, мы с тобой вечно играем, у нас катка по минуте длится. Стоит на 20, играем 15. Да-да-да, можно ставить просто, можно 2 минуты ставить, все равно никогда не доигрываем. Я хочу карандашики взять. О, я взял карандаш. Так, я хочу поизучать, что еще здесь лежит. Радио. Что ты мне кидаешь? О, Серега, я его радио по башке дал. Ты смотри, как я тут порисовал. А ты где, Тим? Я на кухне изучаю, что здесь есть вообще. Ты как туда залез? Дима, ты на кухне, да? Да. Ты как на потолок залез, Сереж? А что, Серега? Я здесь, Дима, вообще-то. Я сзади. Видишь меня? Да-да-да. Смотри, Серега, что я сейчас буду делать. Сейчас. Давай. О, куда? О, начинается веселье. Да. Даже я не выкинул. Блин, да это... Стулья все ломаются. Мусорка убийца. Ребята, это угар, это угар, это я люблю.
Все, где ты? Да отвали! Я что, влезть не могу? Да ты меня опять сейчас утопишь. Серега, ты что сделал? Ты понимаешь? Ой, я не хотел кушать. А я что, не могу вылезти теперь с нее или могу? А, могу, я знаю как. Кстати, надо, наверное, встать мне. Иди помойся. Давайте я включу даже. А как вылазить? А, Р! Ё-моё, что бы знал, надо сразу выйти, когда мне еще хотел утопить. А, вот так значит. Я теперь знаю, что я буду сейчас делать. Энергия не тратится у меня. Какая? Стоять! На, поешь. Ах ты, тварь, а. Сейчас пополнится. Так, где этот утопленник? Я под водой. Ты то есть перегородил. Да ты тварь! Это я тебя попросил. Ты голим, я тебе серьезно говорю, отвали от меня. Серега, скажи ему, он меня хочет утопить. Это не мы, это вы должны, получается, выжить. Я толстый. Мне круга дал сожрать. Я тебя пытаюсь одеть. Ой, я тебя одел. Ой, пойду Серега одену круг. Блин, я не могу теперь ходить. Серега, беги, если он тебя оденет круг, ты не сможешь ходить. Че ты падаешь постоянно? Ты сдох? Серега, ты че, умер? Он сдох. Остался только ты. А, вот так значит. Так, разжрать. На тебе. Тогда я тогда буду убивать себя максимально быстро. У тебя 100 хп и ты не заражаешься. А теперь заражаешься. О, посмотрим, когда ты один останешься. Так, где ты? Так, подожди. Когда я хаваю фрукты, я себя лечу, да? Да. Ты сейчас только что себя вылечил. Давай, хавай. На тебе. Да блин, тебе радио что ли не ударило, не? Не. Эт, блин. Утопиться у тебя уже не получится. Куда я снял? А ну одень обратно. Да ты задрал со своим кругом. Дима, тостер запихай в раковину. Надо его вытащить вообще. Так, ты. Хочешь леденец? Да. Картина, быстрее. Куда ты жрешь? С тебя лимоном накормлю. Да. О, стоп, там было. Быстрее, еда какая-нибудь нормальная, вот. Дима, еще это, под стол залезь и жри все подряд, то, что там валяется. Он уже жрет. Я уже, Серега, жру. Есть! Я в столе! Ребята, если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и посмотрите мои ролики еще.